тебя остановить? Да. Салам алейкум, Багда. Андрей Досун. Алейкум ассалам, Досун. Давно не виделись, брат. Ты б заехал. Разговор есть. Все, понял тебя. Давай. Что скажешь? Багда, ты же понимаешь, какие люди за мной стоят? Тебя предупреждали. Багда, за меня спрос будет. Не сомневаюсь. Со всех спрос будет. Каждый свое поймает. Каждый по выстрелу сделали. И это, Ганя, пару машин подготовьте. Завтра в Бишкек выдвигаемся. Пахти, приберите здесь. Да. Мы встретили гостей. Ага. Визит в спору. Салам, Багда, Досым, Калайсын. Рахмет. Как доехал? Аллах ашу. Валикум салам. Тамақы керели? Досым, сөйлесіп алайық. А, жігіттер балар қарбач. Қалай жеттіңдер? Жақсы, бәрі аман есен. Confuse nothing. All the same, it's your native city. It's just business. Nothing personal, sir. It's very important. You should be assured of yourself. I understand how much it's important. You have no right to mistake. Don't worry. I understand. Good luck. Thank you. Что происходило у нас. Я про вожские события. Вот что-то подобное затевается у вас. Думаю, ты должен принять меры. Иначе последствия могут быть весьма печальными. Приедет человек. Он из местных. Имя его Жарко. Данные есть. Дернешь его, там разберешься. Как поступить с этой информацией, решай сам. Но с этим надо что-то делать. И вот что еще. Вот про все это я тебе не говорил. Не то мне, сам понимаешь. Братан, хороший вроде человек, да? Хоть и политик. В политике нет ни хороших, ни плохих. Есть свои и чужие. Он свой. Это съемка недавних событий в Киеве. Наглядный пример действия психотропных препаратов класса PSV-20 на людей. Обратите внимание, на человека несколько раз воздействуют слезоточивым газом. И вот, никакой реакции. Человек становится агрессивным, невменяемым, крушит все, что попадается на пути. Эти препараты были использованы во время переворотов в Бишкеке, в вожских событиях.
И вот теперь Украина. По нашим сведениям, нечто подобное готовится и у нас в регионе. Как и когда, пока неизвестно. Мансур? Есть кое-что, заслуживающее внимания. Это Мурат Елесов. И Серик Айдын. Одни из лидеров наркогруппировки, занимающиеся поставкой героина и его транзитом через территорию области. 2 года назад Управление по борьбе с наркобизнесом провело спецоперацию, в результате которой большая часть группировки была обезврежена, а главарь осужден на 20 лет. Что касается этих двух, следствию не удалось доказать их причастность. Оказавшись без главаря, остались не у дел. Но с недавних пор замечено оживление. Они стали больше перемещаться по области, встречаться с криминальными элементами, наводить контакты. Это оживление мы связываем с появлением этого человека. О нем мы пока ничего не знаем. Но что привлекло наше внимание? В его окружении были замечены вот эти персонажи. По данным российских коллег, это боевики украинских националистических группировок. Остап Жучко, Тарас Тимошенко. Скорее всего, это звенья одной цепи. Вот этим и займитесь. Все ясно. Работайте. Могу я поговорить с Шалом? Нет. Сейчас он обедает. Я сам вам перезвоню. Богдан Авжурген? У него возня с кем-то намечается. Может быть, поэтому? Да такие вопросы он сам решает. Тут что-то посерьезнее. Это проблемы для красноперых. Они должны заниматься этим. Они за это деньги получают. Политика – это грязь. И нам туда лезть не надо. У нас своих дел выше крыши. Да. Но если они это все замутят, всем хреново будет. Мало никому не покажется. Багда, ты мне как сын. Я тебя люблю. Ты это знаешь. Но если ты полезешь в эту байгу, сам будешь отвечать. Я вас услышал на реке. Поеду я тогда. Алейкум. Алейкум ассалям. Молодец. Братан, Шили с пацанами Сикоша братишек ушатали. За что? Заправку одну не поделили. Вы что творите? Тем мало, что ли? Или аж нормально? Братан, там случайно получилось. Сикош сам на ногах. Ну, разговор по-любому будет. Ладно. Об этом потом. Человек один в городе должен появиться. Мне нужно знать о нем все. Где, с кем, когда, вот. Зовут Жаркын. На обороте адрес. Он там появится. Давай. Гони!
Давай без ажиотажа. Люди делятся на две категории – на сильных и слабых. Я, скорее всего, отношусь ко второй. Я неудачник. Перебиваю случайными заработками. Ни на одном рабочем месте не задерживаюсь больше недели. На последнем я продержался две. 24-го. Раковину разбил. 28-го на работу не вышел. 1-го с покупателем поругался. Я все понял, братан, все, отпусти. Все, пошел вон. Наверное, я уже привык к такой жизни. И почти забыл, кем был раньше. Вырасту, буду гонщиком. А когда я вырасту, я стану фигуристом. А когда меня узнает весь мир, меня, наверное, мама с папой тоже увидят и заберут домой. У жизни особое чувство юмора. Смертельное заболевание обнаружил у меня врач-онколог, а по совместительству мой сосед, с которым я полжизни прожил в одном подъезде. Ну что сказать? Возможно, любого другого человека такой диагноз повел бы в ужас. Но в моем случае в разделе «Семья» – прочерк. Друзья, работа, карьера – еще три прочерка. Терять мне, в общем, нечего. Это очень мощный препарат. Правда, стоит недешево. Таблетка – 100 баксов. Сдохну дешевле. Говорят, что самоубийство – это слабость. Но мне для этого пришлось собрать все свои силы. Алло. Такеши, это я, Арман. Короче, я встрял. Понял. Мне помощь нужна. Скоро буду. Мы с Арманом выросли в одном детском доме. С самого детства он стоял за меня горой. Богдан, если же отдажу в самом деле. После выпуска Арман не стал поступать в университет. А болел он. А решил, все, что ему нужно в этой жизни, он возьмет себе. Эй! Шагнитесь! А я стал успешным экономистом. Но цунами в Юго-Восточной Азии 2004 года лишило меня самого дорогого. После этого я потерял интерес к жизни. А Арман, отсидев срок, к тому времени завязал с криминалом и начал свой бизнес.
Но что-то пошло не так. И мой друг, а по сути единственный мне близкий первое человек, о пожаре попал в беду. 4:40 утра. Вы сейчас видите кадры, снятые пожарными. Это было в районе 5-6 утра, и сразу же по тревоге были подняты все экстренные службы города. В ликвидации огня были задействованы около 30 единиц пожарной техники и 50... Арман с компаньонами влез в большие долги. Чтобы выйти из ситуации, он был вынужден взять крупную сумму у Багда. Армашка, понимаешь, как все серьезно, да? Давай. Они придумали нехитрый план. Как в течение месяца провернуть эти деньги. Закупили канцтовары, забили ими склады. Через несколько дней склады сгорели. Звонок Багда не заставил себя долго ждать. Арман, слышал, у тебя проблемы? Ты же понимаешь, что деньги придется поставить по-любому? Короче, даю еще месяц и без вариантов. Такое решение Багды было скорее исключением из правил. Деньги ему возвращали всегда и в срок. Лишь изредка он давал отсрочку. 10 дней! 10 дней, дай! Неделя. Братан, а зачем такую скачуху даешь? Люди же не так понять могут. Ответ заключался в общем криминальном прошлом Армана и Багда. Ребята, работаем! Выйти из машины! А ну вышел быстро! Руки на капот! Стоять! Опа! Понятых сюда! Привет. Как настроение? Нормально. Вот это что? А это издержки профессии. Ты как хотел? Багда, Шал сказал, что все решит. Но ты же понимаешь, кто-то на себя должен взять. Короче, давай без этого. Вытаскивай нас. Без этого я не смогу. Все очень серьезно. Приговор именем Республики Казахстан Ельдинбаева Армана Жумабековича признать виновным в совершении преступления, предусмотренным частью 2 статьи 251 Уголовного кодекса Республики Казахстан и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года с отбыванием наказания в колонии общего режима. В тот раз Арман поступил как должен был. Багда это не забыл. Но я-то тебе чем могу помочь? Такеши, помнишь, ты бизнес-планами увлекался? Нам сейчас любой подойдет. Главное, чтобы было эффективно. Мне нужно пару дней. Еще утром у меня не было ни одной причины, чтобы жить. И когда я решил поставить точку в книге своей жизни, Всевышний должен знать, что ее автором являюсь далеко не я. We'll be right back.
А, здравствуй, здравствуй, дорогой. Как доехал? Нормально? Спасибо, хорошо. Отлично. Проходи. Присаживайся. Как наши дела? Все хорошо. Груз уже в пути. Скоро прибудет в Казахстан. Отлично, отлично. Один день отдохни с дороги, потом приступишь к работе. Какова моя задача? Надо найти distribution company, заключить договор. По легенде, ты представитель компании Soft Impex Group и хочешь выйти, ну, на среднеазиатский рынок. А если будут неприятности? На случай непредвиденных обстоятельств. Вот, познакомься, Тарас. Наш друг из Львова. Он и его люди всегда будут рядом с тобой. Бендеровец. Гарный хлопец. Как известно, гениальные идеи в зачатке всегда воспринимаются за чушь. Однако у Армана и компании других вариантов не было. И мой безумный план по внедрению схемы «производитель-клиент напрямую, без посредников, в аграрный бизнес» получил путевку в жизнь. Хотя веры в его успешную реализацию не было даже у Армана. Но это лишь начало. Ведь фишка моего плана состояла не в том, чтобы изобрести велосипед в сфере экономики, а максимально оптимизировать имеющиеся ресурсы компании «Арман», помножить их на молодость и энтузиазм, и преобразовать энергию страха невыполнения обязательств перед Багдой в энергию действий, которые будут способствовать появлению хоть какой-нибудь прибыли. А когда это произойдет, тогда в дело включатся механизмы превращения денег в еще большие деньги. Агросаласында картоп түркөм мөлчөрде консигнацияга беретин адамдар табуу керек. Тез арада. Арман привлек всех, кого мог, и, используя многочисленные родственные связи в ауле, нашел овощи под реализацию. Их они распространили в течение недели в спальных районах города по принципу «овощной магазин у вашего порога». Ставка на лень рядового обывателя оправдала себя. Вскоре понадобилось закупать товар многотонными фурами, чтобы покрыть оставшиеся районы города. Ну и этого рынка хватило всего на несколько дней. 40 тысяч долларов и почти 2 миллиона. Львиная доля прибыли, вырученная на этом этапе плана, была потрачена на гонорар профессору экономики из Российской Федерации. Я научу вас, как добиться результата 10 из 10. Который разработал стратегию эффективного развития бизнеса. Вот, Эрзан Мухан, гражданин США, представитель благотворительного фонда House of Liberty, этнический казах, родился здесь, но вырос и получил образование за рубежом. Он главный. Недавно к нему прибыл под видом представителя крупной торговой компании его родственник, Мустафин Жаркын. Их основная задача – организовать массовые беспорядки с целью дискредитации власти. Соответствующими последствиями. Сценарий тот же, как и во всех горячих точках наших бывших союзных республик. Здесь они, скорее всего, будут провоцировать межэтнические столкновения, учитывая многонациональность региона. И самое главное, к ним идет груз с психостимулирующими веществами, который вызывает бесконтрольную агрессию. Судя по всему, они планируют распространить их под видом пищевых продуктов среди населения. Добьются своего, в результате получим второй ОШ. Ясно. Ваши действия. Разработка идет полным ходом. Каждое их перемещение под нашим контролем.
Добро. О всех изменениях в ходе операции докладывать лично мне. Есть, есть. Есть. Рус, ты рада, Махтоп Сиси? Салам алейкум. Валейкум салям. Алей, Саня. Братан, походу мы нашли его. В Наурузе, в особняке поселился. Хорошо. Сколько их там? Четверо или пятеро, не больше. Ты это, пару пацанов пошустрее закрепи за ним. Я должен быть в курсе. Понял? Понял. Кетмонда. Гони. Смотри, не упусти его. Это еще кто? Ну-ка, давай за ними. Маке, разрешите? Маке, нашими клиентами еще кое-кто интересуется. В смысле интересуется? Кто? Лидер одной ОПГ. Багда. Странно. А ему что надо? Непонятный интерес проявляет. Может поговорить с ним? Вежливо. Чтобы не мешал. Не вежливо, а доходчиво. Пусть этим Мансур займется. Из виду его не выпускайте. И выясните, какой у него интерес. Есть. Такеша? Такое необычное имя. Да на самом деле ничего необычного. В переводе с японского – бамбук. Бамбук? Да, кстати, Женя, моя подруга. Бізде 43 күн қалды. Ал керек сомадан бізде 10% ғана бар. Так откуда у вас такое имя? Такеши.
Моя мама работала в японском посольстве в Москве. Возникла бурная связь между работником посольства и моей мамой. В результате я и появился на свет. В советские времена такие отношения не приветствовались, родители разлучили. Отца отправили назад в Японию, а маму в Казахстан. Здесь я и родился. Только мама при родах умерла. Так что мое имя – это все, что осталось мне от родителей. И даже оно внутри пустое. Берегите себя. У вас все будет хорошо. Ребята, Багду можно на минутку? Поговорить надо. Ты кто такой? Гони. Я сейчас. Чартерлы. Добрый вечер. Я надеюсь, вы понимаете, кто мы. Догадываюсь. О чем будет речь? Груз. Багажник ташпуш. Вы, точнее ваши люди, следят за одним человеком, который находится в зоне наших интересов. Зачем он вам? Это второй вопрос. На данный момент мы хотим, чтобы вы оставили его в покое. И без вопросов. А если нет? А если нет, у нас много способов воздействия. Вы это знаете. Это ты сейчас на меня наехать пытаешься? Нет. Багда, ты же умный человек. Просто не мешай нам делать свою работу. Добро? Добро. Тем лучше. Проходи. Такеши! Все хорошо. Изотай, братуха, звонда-да. Черно вот Тима. Где? Где вот? Или тогда шрам где-то. О, жак, собак. На улице, слава. Жак, сваркать тендерма? Нет. Угу, мазя. Поворот, где-то. Поворот там. Давай, лучше. Артыңыздан жүре беріңдер. Время – самый важный ресурс. Мы потратили больше месяца на накапливание начального капитала и разработку плана развития бизнеса. Чтобы претворить его в жизнь, мы начали собирать команду специалистов. 13% в год. Женя и Настя работали на самом переднем крае. Мы обязательно сделаем вам скидку. Ведь никто не может отказать двум милым девушкам. Вы согласны?
Еще к нам присоединился парень, которого в городе называют Прибалт Ману. Его называют Прибалтом не потому, что он родом из Латвии, Эстонии или Литвы. Его называют Прибалтом, потому что он может прибалтать любую женщину где угодно, когда угодно и на что угодно. За определенный гонорар любимец публики Адиль Исенбулатов заключал для нас контракты в самом сердце бизнеса – Алматы. Профессор Скибер обучил для нас целую армию торговых представителей. И уже через месяц у нас было столько партнеров, готовых начать работать с нами, что нам было просто необходимо найти логистика, который упорядочил бы весь этот хаос информации. И нашли мы его на батле головоломок. Всего доброго. До свидания. Не понимаю, как это вообще можно собрать. Ну что, на сегодня все? Думаю, все. Тогда до завтра. До завтра. Женя! Нам с вами нужно съездить еще в одно место. Люди приезжают сюда загадать желание. Построив вот такие причудливые пирамидки, они надеются на чудо. Больные приходят сюда, чтобы исцелиться. А бесплодные женщины просят Бога помочь им обрести счастье материнства. Еще ее называют пещерой дракона. Во времена нашествия Джунгар в соседнем ауле жила влюбленная пара Айсулу и Рустем. Очень любили они друг друга. Но однажды случилось горе, и джунгары похитили всех девушек аула, а парней убили. Любовь Рустема была настолько сильна, что после смерти он превратился в дракона и стал охранять всех влюбленных. Согласно легенде, будто каждый раз, вылетая, дракон задевал края пещеры, и она становилась все больше и больше. Никто не знает, сколько прожил дракон, но, судя по размерам пещеры, прожил он довольно долго. Красивая легенда. Никогда раньше не слышала. Открою вам маленькую тайну. Я родился в год дракона. И после смерти тоже хотел бы превратиться в дракона, чтобы охранять вас и вашу любовь. Когда она у вас будет? Мне не нужен дракон. Я хочу, чтобы со мной рядом был человек. И у меня не будет любви. Потому что... Женя, вы добрая, милая девушка, но есть определенные... Не нужно ничего говорить. Достаточно того, что говорит ваше сердце. Возможное. Но надеяться надо на чудо.
Жандос, как там Арман и компания? Работают. Но, по-моему, не успеют вовремя поставить. Почему? Медленно все идет у них. А кто у них за старшего? От Кмедана. Такеши же. Такеши. Такеши. Такеши? Японец, что ли? Ну, типа под японца косит. Ракс. Ау, братан. Завтра подтяните его. Понял. Надо сделать, чтобы он при делах был. Тамрын басып көреміз ба? Да. Понял. Сейчас буду. Братан! Баке, вызывали меня. Я Такеши. Я понял. Говори. Арман не сможет вам вернуть деньги в срок. Даже так? Продолжай. Мы работаем. Медленно, но верно. Если бы вы дали еще немного времени... А смысл? Если вы будете наказывать Армана, деньги вам кто вернет? Баке, я обещаю. Мы поставим в течение месяца с процентами. Слушай сюда. У вас 10 дней. И ты... Теперь при делах. Понял? Иди работай. У тебя мало времени. Багда дал хоть маленькую, но отсрочку. Это уже само по себе удача. Данного времени должно хватить, чтобы наша система начала приносить первые дивиденды. Покупать продукцию заводов мы не могли. На это, как вы сами понимаете, нужны деньги. Наши ребята смогли выйти на прямой контакт с представителями завода, которые согласились дать права субдилера. И мы получили значительное количество продукции от 240 производителей. Наша компания продавала все. От школьных тетрадей до автомобилей. И спустя неделю мы смогли вздохнуть спокойно. Арман и компания слушают. Говорите, мы слушаем вас. Да. Любые. Понял. С доставкой на дом. Любые. Все, все. Есть! У меня 10 000! Нам Такеша курю рукой. А за нам бир звондатор. Такеша телефон кудермятр. Thank you.
раньше было невозможно. Ты не просто перенес приступ. Твое сердце билось с частотой 400 ударов в минуту. Гипофиз выплеснул огромное количество гормонов в кровь, что позволило тебе видеть и реагировать быстрее обычного. Очень немногие способны на это. Твой отец мог. И ты можешь. Это Фокс. А эти люди у меня за спиной очень хорошо стреляют, поэтому я бы на твоем месте не стал целиться. Брат, ты где? У нас тут такое происходит. Я вечером к тебе очень заеду. Жалкое существование. И поговорим. Когда в тебе, как в клетке, заперт лев и у тебя... Хорошо? Хорошо. Не вопрос. Пистолет у тебя в руках. И Маниша-17, оружие твоего отца. В чем везут? Водка. Человек попробует. И все. Прошли 301 километр. Идут без отклонений. Как дела у Жархына обстоят? Компанию присмотрел. Хорошая. Дистрибьюторская сеть. Доставка налажена. А с грузом что? Груз прибудет вовремя. А у вас как? А у нас все готово. Раскидаем по региону незаметно. Дальше дело техники. Что за компания? Это не важно. Как бы не просекли. Не первый раз работаем. Все будет окей. Арман, қызға қарай тұрасың ба кішкене? Шони, тупо-тупо-тупо-тупо, попашының қызы. Е, қалайсың да? Отын салып келейін? Я мақын. Ой, жаны мені. Такеши, поможешь? Айналайын, бұтаханым. Күнім, айым, ой, бұптяным. Брат, я хотел тебе сказать, я думал уже все, я думал сдался. Арман, не надо. Брат, ну что ты говоришь? Как бы я тебя бросил? Поговорим о деле? Давай поговорим. Я хотел передать тебе свои наброски. В общем, я тут накидал схему. Следуя ей, ты укрепишь позиции своей компании на местном рынке. Затем
течение следующего года твоя компания станет конкурентоспособной на республиканском уровне. Через 3 года ты сможешь стать обеспеченным и влиятельным человеком. М-249 стоит на вооружении НАТО. Патрон где ты на него найдешь? Калибр 7,62. Ассаламу алейкум. Валикум ассалям. Баке, здесь 1,200,000 сверху. Считай. Можно не считать, там все правильно. Такеши, ты занимаешься бизнесом и не знаешь, что деньги любят счет? Считай. Все ровно, братан. Все, ребята. Нет вопросов. Удачи. Алло. Женя. Привет. Привет. Уже заканчиваете? Думаю, скоро освобожусь. Пожалуйста. Спасибо. Такеши, садись в машину. Тебя Багда хочет. Прям сейчас. Кеша, когда человек начинает зарабатывать деньги, он вынужден делиться. Хочет он этого или нет, неважно. Не мы это придумали, не нам это менять. Понимаешь? Теперь у тебя 2 варианта. Либо ты работаешь со мной, кого уже знаешь, или рано или поздно нарисуется кто-то другой, с кем не так будет приятно работать. А там один Бог уже знает, чем все закончится. Понимаешь, о чем я? Найдешь меня. После того, как Багда так интеллигентно преподнес к носу сложившуюся ситуацию, нам было о чем подумать. Но, как говорится, из 2 зол выбирают меньшее. И, взвесив все за и против, мы согласились. И решили познакомить его с нашим бизнесом. Здесь у нас бухгалтерия. В этом кабинете логистики, это отдел продаж, далее комната отдыха, малый конференц-зал. Давайте присядем. Офисы. Братан, я видел. На той стороне. Такеши, там что происходит? Переговоры с новыми партнерами. Слушай меня внимательно. Им надо отказать. Понял? Не совсем, но сделаю. Я представляю серьезную компанию, которая является лидером продаж по всей Европе. И мне нужны гарантии. Думаю, мы найдем точки соприкосновения. Ассаляму алейкум. Алейкум ассалям. На нас можно внимания не обращать. Продолжайте. Это Такеши, наш финансовый директор. Он представляет... Извините. Но мы не будем с вами работать. Это почему же? Есть ряд причин. Не будем их сейчас озвучивать. Арман, я не понял.
Мы же с тобой договаривались. А чего непонятного? Тебе же говорят, не будем работать. А ты кто вообще такой? Эй, абрикос, ты что, попутал? Ты как разговариваешь? Ты наш, слышь, турист, достанешь ствол, придется стрелять. Если готов, делай. Нет, грабли при себе держи. Вам лучше уйти. Некоторые ошибки жизнь не прощает. Еще увидимся. Лучше не надо. Там хороший контракт был. Армашка, у тебя есть причины мне не доверять? Нет. Я их знаю. Они ребята проблемные. Не надо с ними связываться. Ну как скажешь, братан. Салям алейкум. Валейкум ассалям. Вся документация была готова. Осталось только поставить подписи. Почти обо всем договорились. Потом какой-то Багда появился. Покровитель, видимо. Багда? Знаю такого. С этим как раз можно договориться. У него конфликт с одним человеком. Мурат, выйди на него. Делаю. А ты заинтересуй его. Окей. Объявился. На разговор тянет. Когда? Сегодня ночью. Хорошо. Братан, пацаны многие в разъезде. Понятно. Все, кто есть, собирай. Ончиктар, думай, парень. Ончиктар, менде. Салам алейкум. Валейкум ассалям, Сикош. Сколько лет, сколько зим, какими судьбами? Да вот, разговор к тебе, Багда. Ну, пригласил бы кафе, посидели бы, чай попили, а то что-то серьезно все. Разговор серьезный. Ну, давай поговорим. Багда, сначала по заправке. Там твои бойцы моих поломали. Надо решать. Ну, а второй вопрос? Тут человек одним коммерсом тему предлагает, а ты мешаешь. Это ты про Жаркына? А тебе какой резон? Багда, может, пусть поработают, ты со своих поимеешь, а я с Жаркына. Всем хватит. А ты хоть знаешь, что они толкать собираются? Водку там что-нибудь. Сикош, какая водка там, наркота? Какая наркота? Ты что базаришь, Багда? Короче, Сикош, слушай меня и не перебивай. Его комитетчики пасут. И нас тоже сейчас слушают. Ты правильный человек, я тебе зла не желаю. Уезжайте, не стоит это того. Закопали? Закопали. И вообще, раз ты уже в курсе, сбривай его, завтра пообщаемся. Эта тема серьезнее, чем ты думаешь. А по заправке под себя ее подминай. Нормально? Нормально. Поехали. Так, по-хорошему не получается. Трогай. Так, по-быстрому, бутылки поменяли. Давай-давай, пацаны. Этот Сикош развернулся и уехал. Ничего даже не сказал. Они решение не поменяют. Может, не будем ввязываться? Другую фирму найдем? Нет, на это у нас нет времени. Да и груз на подходе.
И это дело оставлять просто так нельзя. Тем более, как ты говоришь, касса неплохая. Дело делом, но себя тоже забывать не надо. Семьи есть у них? Да, один женат. Арман. Поступим так. Потом сольешь его. Полиция решит, что фирму не поделили. Пока разберутся, мы свое дело сделаем и концы в воду. А Багду этого ликвидировать в первую очередь. Его смерть подозрения не вызовет. Справишься? С удовольствием. Багда, надеюсь, непоняток теперь между нами нет? И Рахмет, что предупредил вчера. Вот бы меня хлопнули. Ты, брат, знаешь кафе такое, Сага? Ну? Отправь ребят своих туда. Там мои пацаны. Пусть покушают, познакомятся. Если завтра где-то что-то, на связи будут. Мазя? Добро. Секуш, ты тоже не молчи, звони, если что. Все, давай. Сейчас едете в Сага. Там Секуша, пацаны, кого они ушатали. Дастархан накрыли, сидят вас ждут. Езжайте, тему закопайте. Братан, а если что-то не так пойдет? Нет, ну не расслабляйтесь. Болду, братан. Сынишка приболел немного, капризничает. Это ничего. Все дети болеют. Поправится. Саня! Саня! Ракс!
Рассказывайте вкратце. Клиенты наши заблокировали машину и расстреляли. Огонь вели с двух точек. Двух его бойцов убили. А сам Багда? А он из-за машины положил одного из нападавших и скрылся. Личность установили? Да. Это Петр Бондаренко, 78-го года рождения, уроженец Львовской области, Украина. А наружка? Наружка вела клиентов. А тут такое. Вон оттуда наблюдали. Себя не обнаружили? Нет. Понятно. Багда этот вопрос так не оставит. Это плохо. Все карты может нам спутать. Этим всем полиция пусть занимается. Багда в розыск. Найдите его, пока он нам здесь фестиваль не устроил. Есть. Очередная перестрелка произошла в Шымкенте в 3 часа ночи. На улице Сматова неизвестные расстреляли машину Каржиубаева Багдата, более известного в определенных кругах как Багда. Его выясняется. Ведутся оперативно-следственные мероприятия. Айза Балтабаева, Дастан Баширов, ТВК. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы кто? Я невеста Такеши. Хорошо. Что с ним? У него рак. Рак пищевода с прорастанием в средостении. 4-я стадия. Сколько он будет жить? Может, день, а может, два. Крепитесь. Это жизнь. Привет. Привет. Ну и напугал же ты меня. Больше никогда так не делай. Ты веришь мне? Тогда сделай, как я скажу. До границы вели кыргызские коллеги, потом передали нашим. Прибывает сегодня, ночью, если не будет сюрпризов. Работать будут 2 группы захвата. В регионах тоже все готово. Добро. Что-нибудь еще? Да. Не нравится, что по-хамски работают. Перестрелку в городе устроили. Это к тому, пока мы их возьмем, много невинных людей пострадать может. Что бы ни происходило, не вмешиваться. Наш приоритет – психотропы и все, что к ним прилагается. Вам все ясно? Да. Работайте. Есть.
Калай вору? Нормально? Да. Там на кухне таблетки. Все. Может, брат. Я звонил ему. Он отключен. Брат, спасибо тебе. Сейчас мне нужно побыть одному. Все. Волк волк. Арман! Странное место для деловой встречи, вам не кажется? Терпение, мой друг. Вот, посмотрите. Арман, держите себя в руках. Все не так плохо. Это просто гарантия, чтобы вы вели себя правильно. Что происходит? Что вы хотите от меня? Да. Ты свою задачу выполнил? Не совсем. Багда не до конца решили. Ушел. Плюс Хохладного потеряли. Но это не страшно. Напугали его. Теперь он не скоро появится. Я бы не был так уверен. Ну ладно, с этим решим. А в остальном? Все по плану. Окей. Заканчивай, отдыхайте. Мы встретим груз. Завтра начинайте вторую часть операции. Хорошо. Подписывайте, Арман. Дружба – это хорошо, но семья важнее. Правда? Братан, кто это мог быть? Да, походу, это Фикош замутил. Там это турист был, который у Армана в офисе. Так что это Жахын. Без вариантов. Таких пацанов потеряли. И Мандар Саламат послан. Хорошие ребята были. Надежные. Похоронами кто занимается? Там все ровно, братан. Что будем делать? Валить будем. Ты же знаешь, где он гасится? Болгар Тартаймба. Вахат Шох. Вдвоем поедем. За руль прыгай.
как вдвоем. А я что? Швили, если с нами что-то случится, за старшего ставишься. Понял? Швили. Мы скоро вернемся. Что-то не так пойдет, на меня не смотри. Уходи, хорошо? Братан, вдвоем зайдем, вдвоем уйдем. Багда в гостях. Ускорьте группу захвата. Понял. Майза. На приеме. Ускорьтесь. Нештатная ситуация. Там незваные гости. Принято. Жарканат. На связи. Доложите расчетное время прибытия. Мы на пороге. Как понял? Понял тебя. Работаем. Все приготовиться. Братан, чуйка какая-то нехорошая. Ну, есть немного. Может, соскочим? Ну их. Саня с Раксом. Не поняли бы. Петрика Шкода. Где его зараз стремают? В морге, мог быть. Может, на понятном всем языке будем разговаривать? Еду, виски принесу. Так поступить, когда мы ему отдадим его долю. Добрый вечер. Я ему не верю. Успокойся. Хотя явно большой. Раз он так говорит. А мне? Богдан, не стреляй! Подожди! Подожди, Богдан! Сколько еще людей в доме? Двое! Ну, значит, больше нет никого. Я же тебе говорил, не надо нам с тобой видеться. Братан, ана жақта Арман, айел мен бала-шағасы бар, басқа ешкім жоқ. Гани, забирай и уходи. Но на всякий случай с другого выхода выйди, я быстро. Братан, вали его и уходим. Багда, механизм уже запущен. Арман сделал свое дело. Для тебя ничего не изменилось, Багда. Теперь ты моя крыша. Багда, подумай, это большие деньги. Понимаешь? Это совсем другая жизнь, Багда. Прошу тебя, Багда, соглашайся. Соглашайся, Багда. Тебе же ничего не стоит подумать, Багда. Что творить? Нельзя трогать семью, это же святое. Багда, это бизнес. Сам понимаешь, нужны были гарантии. Работы в работе! Все стоять, не двигаться! Багда, стой на месте!
немного тебя, чтоб сойти с ума и больше не молчать. Я могу уйти, остаться в тени, но не хочется так просто умирать. Еще не поздно сделать шаг, посмотреть в глаза друг другу и опять простить. Все очень просто, просто так. Все, что было с нами, невозможно позабыть. Алло, полиция? Произошло убийство. Куда-то бежать. Ледовый дворец. Если не умеем до сих пор прощать, еще не поздно сделать шаг, посмотреть в глаза друг другу и опять простить. Все очень просто. Просто так. Все, что было с нами, невозможно позабыть. Внимание! Территория окружена! Мы работаем! Катя, сработан! Не имеете права! Контроль! Это сложно. Еще не поздно сделать шаг, посмотреть в глаза друг другу и опять простить. Все очень просто, просто так. Все, что было с нами, невозможно позабыть. Еще не поздно сделать шаг, посмотреть в глаза друг другу и опять простить. Все очень просто, просто так. Все, что было с нами, невозможно позабыть. Арман, прости меня, брат. Арман. Прости меня, брат! Thank you.